Доброго всем вечера. Сегодня 23-й уже заканчивается. Хочу показать, спрашивали меня о перцах на спанбунде. Садили, тоже в ютубе посмотрел, по два куста в ямку. Они как бы конкурируют между собой. И очень много в этом году. Вот два разных сорта. Зеленый и светлый. Из одной муравьи разрыли кучу. Тут всего 18 кустов. Маленький парничок. Но урожай никогда такого не было. Очень хорошо они, наверное, конкурируют. И вот сколько плодов и цветут еще. Вот такой небольшой парничок. Урожай хороший. Вон хулиганы прорезают грядки. Все, всем добра. С травы нету. Отличная идея. Будем так дальше делать. Все на спанбунде. Потом тыквы покажу огромные. На стадионе выросли. Вот такие вот чудеса.